Дорогие друзья, трагедия в российском шоу-бизнесе. На 59-м году ушел из жизни российский режиссер, сценарист, оператор Кирилл Котельников. Об этом сообщили в социальных сетях музыканты группы «Чайф», для которой он снял ряд клипов. Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: «Сон в красном тереме» и «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина». Все это у нас было, говорят музыканты. Это все его песни. Кирилл Котельников известен по видео для немецкой евроденс-группы и других музыкантов. Снимал много фильмов, в его активе фильмы «Кордонная пристань» и «Гриша Субботин». На данный момент пока больше ничего не известно, друзья. Мы будем держать вас в курсе. Надеемся, что родственники смогут нам рассказать более подробнее о том, что же произошло с российским режиссером. До скорой встречи на нашем YouTube-канале, друзья.